Конкурс проектов по развитию туристической привлекательности целого региона и отдельных учреждений впервые был объявлен в прошлом году. Эта программа позволяет нам не просто поддерживать музейное сообщество, развивать музеи нашего прекрасного Кольского Севера, но и, конечно же, таким образом, через культуру развивать регион нашего присутствия. Делать его в том числе туристически привлекательным, что сейчас, мне кажется, имеет особое значение для всех нас. В финал прошли 17 команд. Их идеи помогут развить наставники и эксперты. Позже среди них выберут 8 победителей. Узнают новые знания и будут далее продвигать свои идеи и проекты, с которыми они пришли на эту лабораторию. И впоследствии, напитавшись нужными знаниями, новыми какими-то лайфхаками, новыми моментами, будут их внедрять и продвигать уже на площадках своих музеев. Очень важно, чтобы музеи успевали за повесткой такой и создавали для новых вот этих вот аудиторий качественные музейные продукты. Лабораторию проводят в Мурманской и Архангельской областях. Площадкой у нас стал краеведческий музей. За 3 дня специалисты со всей области выучат особенности туристического продукта, узнают запросы нынешней молодежи. Ведь именно подростки – аудитория, которую они желают привлечь. А у каждой команды есть идея, вот что бы они хотели сделать в качестве такого туристического продукта. Но что получится на выходе, это будет зависеть от того, как они воспримут информацию от экспертов, как они вместе с экспертами переработают информацию и, опираясь на свои возможности, потому что мы тоже понимаем, что в каждом музее есть свои уникальные, да, какие-то преимущества. Вот нам будет очень интересно в конце этих 3 дней посмотреть, что это будут за продукты, что это будут за проекты, да, которые захотят реализовать. Финалом проектной лаборатории станет защита работ перед потенциальными инвесторами. Состоится она 26 января. Итоги конкурса подведут осенью 2024 года. Юрий Монаков, Владислав Хрущев, ТВ-21+.